have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, 26-я серия «Мучений Айзека» наступает. Нам в... сюда. Серверу... Так, немножко, я везде все. Keep them coming, boys! Все, мы договорились? Хорошо. Так, Николь меня подбешивает. Ладно, скажем открыто, бесит. Серверная. Вот, наверное, можно было использовать. Вот Рика мне явно тоже понадобится. Смотри, кстати, вот эта штука, да? Ага. Так, что у нас по деньгам? Мы на что-то копим, мы не копим. У нас есть 38, кстати, штук. Это приличная такая сумма. Ой, я могу даже немножечко подлечиться. 38 штук. Но при этом я собирался их не тратить, именно потому что, возможно, у нас еще какой-то где-то костюмчик нарисуется. Блин, посмотрим. Кажется, ну, то есть там остались еще пустые слоты под костюм. Так, а мне? Не туда. А я отсюда пришел? Нет, я здесь не был. Для огнемета. Интересно. This is Sergeant Bram Newman. T-Sec evacuation report. The shuttle's gone. Took off and then crashed right back down into the bay. Took a whole crowd with it. Be 100 people dead. We've lost the rest of the shuttles. God help us. There's no way out. Anyone hearing this, do not land. I repeat, do not land on Aegis 7. Fuck the Ishimura. They left us to die. Ясно, у них шаттл взлетел, врезался в толпу. Кто это слышит, не приземляйтесь на Aegis 7 и к черту Ишимуру. И, в принципе, все логично. У нас появился лишний нот, давайте мы его сразу же инвестируем. Во что? А можно в Duration, а можно в... Давайте, наверное, в Duration на 9 секунд. Одна секунда дополнительная. А, погодите, а на Reaper... На Reaper у нас damage. Damage, damage, capacity, capacity, damage. А, у нас не хватает... у нас не хватает пил на Reaper. Я надеюсь, что они еще появятся. Я не уверен, что мне сейчас скачать. Давайте, может быть, в самом деле Air... Кто знает, что мы сейчас находимся на планете, это даже не открытый космос, кто знает, что нам придется еще делать, давайте я в Air закинусь. Вообще можно бы костюм прокачать полностью. Вот, посмотрим. Если мне еще немножечко попадется пил на Reaper, чтобы мне хоть чуть-чуть... так, я сохраню сразу же. Чтобы хоть чуть-чуть был запас на них, то я, может быть, следующее прокачаю еще и Reaper еще на damage и на capacity, если получится. Посмотрим. А, мне бы оно все равно... Спасибо, игра, блин, открой сраную дверь. Ой, оно плюется. Погоди, а тут клешни остались? О, остались.
Ой, оно живое. А фиг ли ты такое красное тогда? А, погодите, они рядом с маркером, они прям заряжаются? А-а-а! Ой, не махай тут клешней своей. Они рядом с маркером заряжаются. Это они получают от этого баф прям какой-то. Оно дало энергию только сюда или везде? Сюда я попасть не могу. Room to main control. Жаль. Сколько у меня еще раз пил осталось? 6. 6 это нормально. 6 это потенциально 6 трупов. Они сейчас достаточно сильные и... Так, ну едь. Там до сих пор осталось закрыто. Это печально. Ну, смотрите, их же собственные лапки им наносят неплохой урон. Этим крайне неудобно стрелять, этим крайне неудобно пользоваться, но, по крайней мере, если это получается, если вот он один, вот такой вот оставшийся... Это вполне реально. Три пилы, отлично. Это я видел. Тут у меня есть замедление. Мне придется провести через эту фигню, да? Ну-ка. А транспорт маркет, да, понятно. Но, видимо, придется. Да не подходи ты ко мне, придурка, кусок! Я тебя бью, между прочим, фиг ли ты меня кусаешь-то, дебил! Да не попал ты, не ври. Лифтинг карантин. Ну, игра ничем не удивляет. Это происходит постоянно, так что... Is it insanity if everyone else sees what you see? I never have left you in that place. You know that. There was only one bright, shining star in that darkness. Блин, чувак, ну даже я понимаю, что это все бред. Ну каким образом ты этого не видишь? Ты же всю игру сохранял ясность мысли. Я сейчас вернусь за этой фигней. А, понятно. Шайба. Так, а где у меня там? Опа.
Мне бы туда теперь попасть. Было бы неплохо. Или... А, ну открыто. Меня просто сюда не пускало. О, хорошо, хорошо. Нужные патрончики стали давать. Так, и это я тоже заберу. И вот это тоже. Так, четвертый, восьмой, перезаряди. У нас одна в запасе. Одна пила в запасе. Хорошо, провести эту фигню. Ну, давайте... Давайте проводить как-то. Оно повылазило, но они сейчас будут продолжать вылазить, я уверен. А, эта дверь, в принципе, заблокировалась. Будет еще раз сейчас нажать, скорее всего. Вон, видите, там последняя кнопочка. Его повезет вот сюда, и мы пойдем в эту дверь. Открываю же. О, сохранёшечка на стеночке висит. Спасибо. Воспользуемся. Я так понимаю, что мы его возвращаем сейчас. Isaac, there's no power in the section. The marker won't move. We're losing time. It's okay. Hit test connection. What's it say? Power failure detected. Tether generator. Gravity control. One of the ground side gravity tethers. Maybe a busted power line. I'm on it. Please hurry. We can't fail now. Да прекрати! Ну заряди ты его, ну кого черта? Да ты заманал! Нечем. Вот эти вот офигенно непонятные ребята, они не пробиваются ничем, их можно убить только из огнемета, но из огнемета они убиваются криво. Блин, а что здесь происходит не криво, скажите, пожалуйста. А, точно, я же копасть ему вытащил, значит, у меня не один запас, у меня полная обойма. Это здорово. А что-то мне еще раз требуется? Да, покажи мне! Restore Power, понятно. Ну, то есть мне надо было через них проходить. Пойдемте в магаз зайдем. Можем мы что-то продать? Не можем, не помню. Может, я подбирал какой-то мусор по пути? Не, продать мы ничего не можем. Ну, в принципе, ладно.
Я не потому, что мне нужны деньги, а скорее потому, что я не хочу забивать себе инвентарь. Давайте я, наверное, вот эту штуку одену вместо вот этой. Да, у меня будет 7, это на швабре максимально пока что. У меня будет огнемет, пила, хорошо. А, можно было их немножко рвануть. Сотка, отлично. Еще потрошки, это вот потрошки, это хорошо. Что-то подозрительно по луту, он тут так разбросан. И ящичек есть. Да, мастер оверрайд. А ничего, что эти... это распространялось на Ишимуру. То есть у Ишимуры и у станции, у них же разные... Ну, станции на планете. У них разные классификации безопасности. Почему у меня до сих пор ишимуровские работают? И почему не работает что-то другое здесь? Какого фига? Каждый раз такая фигня будет происходить. А если main power interrupted, то каким образом... Да. Подожди, скинет. А зачем? Как у вас лифт работает? Мы вниз. Почему я думал, что мы вверх? Когда такое бывает, что мы вверх, да? По крайней мере, тут лифт с одной стороны. Мне надо будет выключить лифт и что? Так, две батареи, одну нашел. Вы мне предлагаете выключить лифт? Аптечки, да и так, а сколько мне их надо? Раз, два, три. С каждой вставленной будут появляться всякие дебилы, да? Хорошо. В принципе, мне их надо 4. Или 3. Ладно, сейчас разберемся. Не гремите, пожалуйста, ребята, отвлекайте. Давайте по очереди. Да вставься ты. Отлично. Но мне придется отрубать лифт, да? Emergency elevator offline. Notify maintenance. Power restored to east generator. Power restored to tether generators. Ready for restart. Restarting tether. Now entering zero gravity. Ясно. Isaac,
Вот для чего здесь стазис летит. Ну вылети, пожалуйста! Если что-то получу, нет? Ага, фиг. Ко мне. Maker's Hall. Подождешь сделать вас дыркой. Так. Не, подожди. Раз меня никто не атакует. Да вылезь ты! Ой, какое же косое говно. Тот, кто придумал эти полеты, блин, человек просто... Я не знаю, зачем я это делаю. Вот там можно стазисом зарядиться. Поехали. Зачем я высвобождаю все вентиляторы, я без понятия. Ну окей. Надо было найти и сделать. Оно сдохло. На, скотина, на. О, нот с него дали, да. Так, ладно, у нас появилась парочка лишних аптечек, у нас появилось взрывчатое вот это вот существо-вещество. Можно даже зарядиться. 4 пилы. На самом деле, достаточно неплохо, потому что я ожидал худшего. Записаться я уже не могу пойти. Я тоже заберу. Огнеметика мне дали. Я сначала думал переключиться на огнемет и начать его валить, но он почему-то сдох. Причем гораздо быстрее, чем многие его прежние сородичи. Ну, тащи сюда это говно. Короче, смотрите, пила это прям вот тема. Рипер, это вот то, что надо. Он их и сдерживает, и наносит страшный урон. Катер и рипер. Вот две такие вещи, которые прям необходимы.
Они дают магазин, я не знаю, в надежде на что, что я там буду покупать что? Патроны, аптечки, зачем? Ноды, ну ноды я могу купить, 4 нода, да, опять же, копим деньги, улыбаемся и машем. У нас рипер скоро закончится. Нам придется... О, еще одна сохраняшка. Нам придется потом что-то делать, нам придется пользоваться другими пушками, которые в данной ситуации, наверное, немножко менее эффективны. Опять же, у нас есть катер. Я бы не хотел его пока что использовать. Сколько у нас на катере патронов? 72. Не 72, это на самом деле прилично, но они очень быстро расходуются, потому что ты в панике начинаешь так фигачить. Деньги. Все остальное дребеди день. Это лифт, видимо. Куда оно уехало? Оно само катается. Мне, видимо, придется все это пройти и потом спуститься на лифте для того, чтобы что-то тут работало. Ага, понял. Иди сюда. Стой тут. Минус. Оно одно вылезло? Вроде да. Ну вот и отличненько. А зачем нам? Нам явно нужно туда попасть. Ладно, сейчас. А, вот что открылось. Я понял. Ага, тут быстро не походишь. Супер. Что-то там визжит, орёт. Блин. Что у нас на катере? Две пилы осталось? Две. Пора его менять, к сожалению. Давайте я тогда воздушку поставлю на эту. Ну, как бы две пилы, да, хорошо, но я потом не сориентируюсь и придется тратиться что-то другое. Да, поставлю воздушку, она тоже неплохо отталкивает. Так что можно и с этим походить. Кишки говорящие. Еще один. Еще бы лут из них падал. Было бы вообще замечательно. А я отсюда не увижу. Нет, наверное. Ладно. Сейчас посмотрим. А, вот оно. Сначала лут, потом открываем. Не бой. Не бой, говорю.
Окей. С этими договорились. Я забыл, что лысики распадаются на части. Я что, потратил большую аптечку? Нет, маленькую. Хорошо. То, что то, что кнопки дублируются, это вообще отвратительно. Я понимаю, сейчас кто-то может сказать, что ну ты же их мог поменять и всякое такое. Почему разрабы делают вот таким образом? Что приходится менять или приходится сталкиваться с неудобствами? Ну, ёпарасоте, почему нельзя сразу сделать по-человечески? Вы же все-таки не новую игру делаете. Хорошо, даже когда новую игру делаешь, нужно быть новым. Но это же чертов ремейк. Черт побери, мейк. Причем, замечу, даже не ремастер. Это офигеть как нудно. Вот это вот. Возьми, зачисть локацию, проведи маркер. Возьми, зачисть локацию, проведи маркер. Повторять, пока не надоест. Ну, серьезно, надоело. Уже. Вот прям сейчас. Вот прям еще в предыдущей локации надоело. Ну да, я уже сразу пройду. Ну кого фига, зачем вы тянете? Зачем вот это вот нарочное затягивание игры под конец? Ну елки-палки, это ж даже. С кем я разговариваю? Зачем я это говорю? Так, нет, ну я сохранюсь. Да, подобрали 3 пилы, это, конечно, весело, но я хотел бы небольшой запас. Поэтому... Знаете что, ребятушки, давайте тогда вообще на этом будем заканчивать. Думаю, что походили мы сегодня достаточно. Давайте вот так вот на фоне маркера. Так его. Не-не-не-не-не. Не хочу, чтобы интерфейс мешался. Вот так вот сделаем, вот так. Айзек, ты дебил. Повернись, пожалуйста, в камеру, Айзек. Айзек! Ладно, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.